привет! Подводим итоги недельных новостей. Рекомендую убрать от экрана беременных и детей. Такое происходит, что брови дыбом встали. Короче, эти новости меня реально зарифмовали. Валютный фонд нам очередной миллиард подогнал. Но мы ж не просили, МВФ сам настоял. Денег ни много, ни мало, как говорится, норм. За эти деньги не то, что можно провести, а приобрести. Понад 60 реформ. Вся общественность на этой неделе обсуждала государствообразующую шутку квартала. Ляшко, как всегда, включил оратора славного, но текст получил, как всегда, від лукавого. Безвизовый режим обещают нам в октябре, так как с визой летать у вас ощущения не те. Но вы не ведитесь, летите смело, хоть в Рим, хоть в Тулузу, бо... 1 січня 2015 року всі українці мають право безвізового подорожування країнами Європейського Союзу. В Росії в воскресенье вибори стартували, хоча бюлетені із Криму ще в п'ятницю посчитали. Надіюсь, опозиція голосов наберет солідно, надіжда на інтелігенцію. За Путіна голосують бидло. Кернесу ребята из генпрокуратуры были присланы, но, как он заявил, обвинения как-то по-дебильному написаны. Добкин сразу подготовился к их визиту, надел чистое белье. Сижу нормально. Глаза только откроешь. В Киев финал Лиги Чемпионов 2018 пришел. Наконец-то мы увидим настоящий футбол. Мэр накрутил, что в финале будут из Динамо ребята, и не стал скрывать радость. Я дуже хочу вас поцеловать. Дуже хочу поцеловать. Не треба мене цілувати. Я завжди, кожен раз буду вас цілувати. Такие итоги. Ставьте лайки, не стесняйтесь. Увидимся через неделю. Только вы это, не переключайтесь.